Здравствуйте, меня зовут Ирина Шайдова, и сегодня будет очень интересное видео для тех, кто любит натуральный камень, для тех, кто работает с натуральным камнем и для тех, кто просто любит красоту этого материала чудесного. Видео у меня происходит задом наперед. Я уже сняла видео, где... Ладно, все по порядку. Вот из этого магазина я получила на обзор камни, чтобы я сняла распаковку по ссылке, посмотрела камни и порекомендовала своим подписчикам этот магазин. Магазин на платформе Instagram, как вы видите, кабошоны здесь продают, доставка по всему миру, производство, и есть также сайт. Это я открыла Instagram. Сейчас мы пройдем бегло по этому магазину, потому что там в распаковке я тоже показывала, я листала эту страничку. И, в общем, кто досмотрит до конца, тот еще увидит информацию. Я сейчас не про это хочу сказать. Хочу сказать, что у этого магазина также есть сайт. У кого нет Инстаграма, мне часто пишут, что нет Инстаграм. Интернет-магазин Симбирцит. Видите, я все ссылки и на Инстаграм, и на интернет-магазин оставлю под видео. Вот. И тут как бы продаются разные категории. Вот если мы открываем, какие категории? Минералы, украшения, окаменелости, интерьер, изделия из камней для мастеров и упаковка. Вот лично для меня, мне интересно вот раздел «Для мастеров». Тут сразу же выскакивает вот такое сообщение, и можно задать какой-либо вопрос. Так, и вам ответят. Так, я перешла в этот раздел для мастеров и смотрю, что здесь есть. На нашем сайте вы можете купить кабошоны из натуральных камней для изготовления украшений в разных техниках. Тут можете почитать информацию, которая прописана, но самое главное посмотреть, что есть в наличии, какие кабошоны, кабошоны симбирцита, симбирцитовые жеоды, аммонитовый симбирцит. Ну, в общем, тут очень много всяких разных красот. И амазонит. И, в общем, всякие разные. Тут камни представлены, и можно выбрать их на сайте. Так, опять забегая вперед. Мне этот магазин прислал посылку на обзор. И я, когда сняла эту посылку и потом опять рассматривала эти камни, я была просто под впечатлением от красоты этих камней. Это действительно очень красивые экземпляры камней. И мне вот хочется как можно лучше прорекламировать и порекомендовать этот магазин. Качество кабошонов просто отличное. Их обработка, их рисунок камня, да, вообще все супер. И очень хорошо представлены фотографии, а на Инстаграм там как раз видео показано. В общем, кому надо, я вам очень-очень рекомендую. Так, и вот на этом сайте еще мы договорились с владельцем магазина, что для моих подписчиков будет промокод Шайдова, который указан также под видео, и вам будет еще дополнительная скидка минус 5%. И еще, мне кажется, чем хорош этот магазин, то, что у него много камней, и там можно что-то реально выбрать, то, что надо вам. Так, промокод этот действует прямо вот здесь, когда будете оформлять заказ, там есть табличка для введения промокода, вы вводите Шайдова, и вам будет считать минус 5%, да, это тоже как бы неплохо. Я общалась с владельцем этого магазина, его зовут Петр, он идет на контакт, как бы... Мне кажется, что проблемы купить в этом магазине красивый материал не будет. Вот. И я листала всякие разные. Вот здесь вот, смотрите, азур малахит. Какого качества? Смотрите, какой красивый кабошон.
Есть видео, чтобы рассмотреть этот кабошон, и есть номер, видите, на второй фотографии, где написано этот номер. И сколько стоит, все указано под видео «Азур Малахит». Цена 500 рублей, 43 на 24. Вот такой очень красивый, яркий камень. Откроем другой представитель. Вот такой уже, другие совершенно расцветки. Внизу написано, что это азур малахит. Цена 400 рублей и размер 32 на 19. Видите, какие красивые-красивые камни. Но дальше в видео я полистаю эту страничку. В общем, кому интересно, смотрите, оставайтесь. И вообще, вот написана последняя публикация, это анонс. Когда будет выкладка следующих камней, вот, допустим, 23.10.2020 года в 10 часов. Выкладываются камни, которые есть в наличии, и их можно взять. Это для тех, кто, у кого есть Инстаграм. Так что совсем мало подписчиков, 1000. Я думаю, после моего видео будет гораздо больше подписчиков. Как раз посмотрим, сколько прибавится. А для тех, у кого нет Инстаграм, заходите в интернет-магазин, на сайт, ссылка на который указана под видео. Итак, теперь будет разбор по ссылке, которую я получила. Еще раз скажу, что это видео я снимаю уже после того, как я... и видео сняла с распаковкой посылки, и потом поговорила с хозяином интернет-магазина, поблагодарила его за такой хороший присланный мне материал. Надеюсь, что это сотрудничество будет плодотворным для всех, и для меня, и для Петра, и для вас всех, потому что есть возможность купить красивый материал по приемлемым ценам, и плюс еще моя скидка. Итак, распаковка посылки. Здравствуйте, меня зовут Ирина Шайдова, и сегодня будет очень интересное видео для тех, кто любит натуральный камень, работает с ним, ну и в общем даже кто и не работает, просто посмотреть, какие же камни мне пришли. Откуда мне пришли эти камни? Эти камни мне прислал на обзор магазин на платформе Instagram, сейчас я вам покажу его, и там очень интересные камешки есть в наличии, причем их можно купить. Вот этот магазин, и вот этот магазин мне прислал на обзор камешки, чтобы я рассказала про него и чтобы вы отправились в этот магазин для тех, кому интересна эта тема. И давайте же быстрее посмотрим, что мне прислали. Получила я эту посылку еще вчера, но вот видите, я всегда, если есть такая возможность распаковывать на камеру, я эту возможность всегда использую, потому что вот эти первые эмоции от того, что ты видишь, они всегда бесценны. Уже потом не получается ничего подобного. Итак, вот так вот эта посылка запакована, много пупырки, ничего не разобьется. Открытка такая. И тут про симбирцит, что это такое. В общем, какая-то полезная информация, которую непременно я изучу. И вот здесь вот есть контакты. Вот вы можете посмотреть вот этот сайт. Вот это даже офис у них есть в Москве, я так понимаю. А вообще мне посылка пришла из города Ульяновск. Из Ульяновска. Сейчас я распакую и покажу вам, что же мне прислали. Мне очень интересно. Да-да-да-да. Вот это самый волнительный момент. Очень надежно все запаковано, и вот так еще запакован каждый камешек. Ой-ой-ой-ой, и тут их немало.
Я думала, что будет меньше. Вот, поэтому видео, наверное, затянется, потому что хочется рассмотреть каждый камень. Так, я посчитала, было 15 камней. 15 камней. Я даже примерно не знаю, что за камни лежат в посылке. И этим еще интереснее. Это симберцит. Может быть, у меня все симберциты, раз мне такую памятку прислали. У меня есть уже симберцит, я покупала. Это не дешевый камень, но очень красивый. Ой, какой крупный, большой представитель этого камня. Так, вот этот камень на подложке я вижу. И вот такой вот он красивый. Отражается лампа. Сейчас попробую выключить лампу. Видите, совсем не хватает света. Я перешла в фотобокс. Я думаю, что здесь будет гораздо интереснее картинка. И вот этот весь рисунок камня будет виден четче. Хотя от лампы остаются следы на камне, но не обращайте внимания. Это крупный большой представитель, 5,5 сантиметров длиной. И прям такой, он уже просто готовый кулон. Да, его осталось только оплести. И вот эта красивая очень расцветка, конечно, коричневая, это вообще очень красивый камень. Так, давайте следующий, потому что если я каждый буду так долго рассматривать, то я думаю, что видео затянется на 2 часа. Ой, еще один красавец. Представляете, если колье сделать с этими камнями? Какое роскошное получится. Какое роскошное. Так, размер этого камня 4,5 сантиметра. Тоже крупный. Красота. Очень крупный, тяжелый, кстати, вот этот вот экземпляр, но потому что он прям нереально крупный, большой. Вот видите, он вот так вот поднимается над поверхностью. Вот эта часть ниже, вот эта совсем высокая. Поэтому надо еще обращать внимание, да, вот есть длина, есть ширина и есть высота камня. Какая высота камня? И вот этот вот по сравнению вот с этим экземпляром прям вот тяжелее, мне кажется, раза в 2. Вот, но красивый один и второй. Вообще Ульяновск, посылка-то из Ульяновска, там добывают симберцит. И это прямо, прямо из недр земли. О боже! О боже! Какая красота! Посмотрите быстрее. Я сейчас могу что-то набрать. Я не буду говорить, как это и что называется. В общем, это очень красиво. Просто я еще в этом не разбиралась. Сейчас я подниму какую-то литературу, почитаю, посмотрю на сайте в описании камней, что написано про этот камень, что это такое. Это нереально красиво. Нереально красиво. Просто у меня захватывает дух от этой красоты. Так. О боже. Это не посылка, это клад. Ладно, давайте следующий смотреть. Я камни не выбираю, я вот в случайном порядке беру все подряд. Поэтому мне кажется, этим и интересно, да? Что же мне выпадет? Вот такой камень природной формы. Я так понимаю, что он вообще не обработан. Вот такой красивый.
И в этом его и прелесть, да, то, что он такой необработанный, и даже если его где-то оплести, я-то со своей колокольни, что я могу с этим камнем сделать? Боже мой, он очень красивый. Мне прислали крупные экземпляры всех камней, потому что когда меня спросили, какие у меня есть пожелания, я сказала, что я с очень мелким камнем не работаю. Но у них есть всякие разные размеры камней, и крупнее, и мельче. И, как вы видели, не только симберциты. Поэтому обязательно посмотрите, что есть. И если что-то вас интересует, пишите в директ, если в Инстаграм, да, или сообщение какое-то на сайте 100%. Обратная связь всегда есть. Еще один овальный представитель симберцита. Кстати, давайте я вам прочитаю, что написано в этой памятке. Мне же не просто так ее прислали, правда? Надо, наверное, ее прочитать. Вот я сейчас буду показывать вам камни и прочитаю, наверное, что здесь написано. Симберцит – это уникальный камень, названный в 1985 году в честь единственного месторождения под городом Симбирском, ныне Ульяновском. Еще один красавец. Мне нравятся все. Это не значит, что я выделяю вот эти, да, как-то проще говорю о них, а вот о этих с придыханием. Ну, просто они, видите, имеют такую структуру интересную. Вот ее как бы хочется рассмотреть побольше, да, повнимательнее как-то. Вот, поэтому я на них, конечно, и обращаю внимание. Итак, читаю дальше. Симберцит – древний камень. На протяжении 80 миллионов лет кристаллы кальцита, магнезиального, аргонита, пирита, мергеля, шабазита и кварца заполняли пустоты в раковинах огромных головоногих моллюсков, аммонитов, современников динозавров, создавая при этом неповторимые сказочные узоры и гамму цветов от лимонно-желтого до темно-коричневого. Вот так вот, конечно же, когда ты получаешь какой-то камень, рассматриваешь его, читаешь про него что-то, узнаешь, слушаешь, смотришь, у тебя появляется опыт, и ты уже с багажом знаний идешь дальше. Очень-очень. Это просто клад, а не посылка. Я сейчас буду благодарить этот магазин. Просто буду благодарить. Я не знаю, мне вот это, во-первых, очень красиво. Во-вторых, у них приемлемые цены. Я смотрела на сайте. И сейчас, наверное, я даже что-нибудь у них закажу в благодарность, то, что они мне прислали такой материал на обзор. Опять такой же, да, камешек, как и вот этот. Очень интересно, можно сделать какие-то соединения. Колье. Тяжелые или не тяжелые? Конечно, вес имеют эти камни, несомненно. Вот, но тут уже никуда не деться. Это же камни. Вот это небольшой представитель, видите? По сравнению с теми экземплярами, он, конечно, маленький, но на самом деле он 3 сантиметра в длину. Симберцит – теплый камень. Он отдает свою энергию человеку, который его носит. Для многих народов мира окаменевшие аммониты, их фрагменты, а также изделия из них являются символом достатка, семейного благополучия и счастья. Еще один. Смотрите, какой красивый симберцит. Вот прям что-то в них есть такое классическое, да? Вот мне кажется, что можно просто их оплести, это будет готовое украшение, даже больше ничего сюда лишнего не делать.
Так, считается, что симбирцит способствует накоплению жизненной энергии, помогает избавляться от нерешимости и мнительности, способствует эмоциональному равновесию и самоконтролю. По преданию, камни из кальцитов различной окраски охраняют своего хозяина от огня и сумасшествия. Это камень уверенных в себе людей. Изделия из симбирцита омолаживают и укрепляют память. Так, это все, что было написано в этой памятке. Я думаю, что такие памятки есть в этом магазине на каждый камень. Я так думаю. Вот такой еще. Вот этот такой, ну, можно сказать, высокий камень. Но вот я же буду оплетать, то есть вот эта часть у меня будет закрыта частично. И вот очень хорошо, когда еще останется какое-то поле между вот этой гладкой стороной и вот этой выемкой на камне. Вот это окаменелый моллюск, да, и отложения, которые в его раковине остались. Боже мой. Представляете, сколько лет этим камням? Видите, какое богатство у меня есть. И мне еще кажется, что по цвету прям этот камень, он практически со всеми расцветками камней будет дружить. Такая очень универсальная расцветка, которая подходит, прям украшает изделие. Можно сказать, она такая базовая. Ой, а посмотрите, какой вот этот вот красивый. Такой перитовый-перитовый. И даже там какой-то рисунок. Прям я вижу какие-то цветы там, розы. Ну, тут каждый в камне, конечно, видит то, что он видит. Извиняюсь за вот эти блики от лампы, но боюсь, что при дневном моем освещении мы бы вообще ничего не увидели, а этого нельзя допустить. Очень красивый, богатый, шикарный. Просто шикарный камень. Боже мой, я даже не хочу его из рук выпускать, представляете? Сейчас я, когда сниму вам видео, еще потом внимательно-внимательно все буду рассматривать. Это просто есть пейзажная яшма, а это пейзажный симбирцит. И вот такой, вот этот светлый, да, на янтарь похожий. Очень похож цвет на янтарь. Да, цвет янтарный. Смотрите, вот от самого темного, да, до самого светлого. И все расцветки просто прелестные. Так, осталось у меня два камня. Слушайте, ну вот каждый камень, ну вы видите, да, что каждый камень это просто шедевр. Еще я что хочу сказать? Я хочу сказать про как делаются кабошоны, да, какой они формы, они имеют идеальную форму. Вы видите, что вот это идеальные такие овалы. Практически правильные формы. Вот этот вот камень только такой каплевидный, да? Вот, и они очень хорошо обработаны, они, видите, идеальная обработка камня, зашлифованы как-то. Я не разбираюсь в этой технологии, но видно, что это самого лучшего качества кабошоны, идеально ровные, гладкие, отшлифованные.
Ну, вы меня поправьте в комментариях, да, какие характеристики у кабошонов должны быть. Мне кажется, что это самого-самого высокого качества материал. И последний камень. Вот такой. Смотрите, какой он большой вот с этой стороны. И вот на эту сторону идет поменьше. Очень красивый, тоже со своим рисунком. Есть камни на подложке, есть камни без подложки, как вот этот. И еще раз скажу, что я писала, что мои предпочтения — это крупный камень, поэтому это я вам показываю только крупные камни. А в этом магазине есть, конечно же, камни разных размеров, потому что кто-то берет, вклеивает камни, вставляет в оправы. Да, то есть не всем для таких целей, как мне, надо. Вот такое богатство. Пишите мне свое мнение. Я пребываю в шоке от этой посылки. Я выражаю большую благодарность магазину кабошонов. Я, конечно же, рекомендую вам покупки такой материал. Все ссылки, все контакты под видео. Сейчас еще буду рассматривать без вас все это богатство. И сейчас я без вас еще буду внимательно-внимательно рассматривать каждый-каждый камень. Это красота. Это красота. Еще раз повторю, что вот на платформе Инстаграм у этого магазина, с которым связывалась я, и которые вот именно мне присылали эти камни, у них есть в наличии камни, поэтому... Но это такая история, да, что очень часто магазины есть, но камни в наличии отсутствуют. Вот здесь же вы можете заказать на сегодняшний момент, это 100%, поэтому... Поэтому я думаю, что кому нужен этот материал, не стоит упускать такую возможность. Когда есть выбор, когда нормальная цена, и камни просто отличного качества. На сайте этого магазина все хорошо видно, там также снимают, вот так вот, как видео я вам снимаю, каждый камень в видеорежиме, и плюс потом есть фотография, где написан номер камня, поэтому никакой путаницы быть не может. Возможно, если вы будете брать на большую сумму, существуют и какие-то скидки, я точно не знаю, но я хочу сейчас и в благодарность, и вообще под впечатлением того, что есть, сейчас еще зайти и попробовать заказать камни. Тот же Азур Малахит мне очень понравился. Еще раз показываю вам этот магазин в Инстаграм. И давайте посмотрим, что у них тут есть. Вот написано, что 23.10 в 10 часов будет выгрузка камней. То есть стоит анонс. И можно ждать и смотреть, если что-то нравится. Неудобно мне одной рукой, конечно же, снимать. Смотрите, какой красивый представитель. Вот я думаю, если он у них есть в наличии, я его и закажу. Круглые кабошоны всегда тоже нужны. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Азур Малахит. А его уже нету.
Так, этот Азур Малахит стоит 250 рублей, и размер у него 41 на 36 с подложкой. Но я прочитала в комментариях, что его уже нету, поэтому его я не куплю. Но он очень красивый. Кому-то повезло. Еще один красивый, прекрасивый Азур Малахит. Так, давайте посмотрим. Азур Малахит. 29 на 20 стоит 400 рублей он. И он, так, тоже с подложкой. Тоже с подложкой, его никто не купил. Вот этот камень можно купить. Так, и еще мне там одна форма понравилась. Она не совсем обычная. Есть вот такие кабошоны на серьги, да, возможно. Да, потом что еще есть? Вот этот красивый, да, синий с зеленым. Так, вот это что такое? Давайте почитаем. Давайте почитаем. Слюдит. 280 рублей, размер 41 миллиметр с подложкой. Слюдит. Контрастный такой, да? Бежевый с черным. Вот здесь пошли симбирциты. Вот видите, как хорошо видно. Вот, смотрите, симбирцит такой же большой, как у меня. 61 сантиметр, то есть 61 миллиметр в длину, крупный экземпляр, 360 рублей он стоит, но он продан. То есть вот так вот в тот день, когда там есть анонс, надо следить. И если вам подходит форма, цвет, камень и цена, бронировать. Ну и также мой вам совет, вы можете написать, если, допустим, вам надо много камней, вы можете написать сразу в директ и сказать, что я вот готов на такую-то сумму купить камней. Мне надо то-то и то-то. Мне кажется, что все пойдут. Вот, смотрите, а симбирциты все проданы. Вот это 400 рублей, 50 на 40. 50 на 40, симбирцит продан. Я открываю в таком случайном порядке. И вот эти тоже красавчики. Вот этот красавчик. Очень красивый. Тоже продано. Жеода. Вот, видите, я не знала, как это называется. Жеода. 650 рублей, 34 на 29. Все, друзья мои, у меня звонит будильник. Я очень извиняюсь. Меня ждут другие дела. Я думаю, что я вам достаточно показала камней. Познакомила с этим магазином. Посмотрите, какие красоты тут есть. Посмотрите. Ой, а вот это что такое? Короче, я сейчас у них тут посмотрю, что это есть. Вы посмотрите. О, боже мой, я даже не представляю, что это такое. А, эвдиалит. У меня, кстати, есть кабошон эвдиалита, и я делала с ним 200 рублей. Такая красота. Боже мой. У меня есть, и я уже делала чокер с эвдиалитом. Вот, но он у меня был такой необработанный, вот этот такой гладкий, зашлифованный. А у меня такой был дикий скорее. Вот, эвдиалит. Тоже очень красивый. Посмотрите, какие тут красавцы, какие экземпляры. О, боже мой. Давайте посмотрим, продан или нет. Я сейчас прям его куплю, если он не продан. 200 рублей с подложкой. Еще больше кабошонов в нашем интернет-магазине Симбирцит Стори, раздел для мастеров. Понятно вам?
Где надо смотреть? Беру. Принято. Все, его уже нету. Друзья мои, я вам рекомендую эту красоту. Я побежала дальше делать дела. На сегодня прощаюсь с вами. Пишите мне комментарии, пишите, кто что знает. Если я где-то ошиблась, не судите меня строго. Я не волшебник, я только учусь. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.